Песенка про Пур-Квапа. Пур-Квапа, и там красавица. Клави-Крапа. В общем, в Ютубе тоже был ролик вот про это, про эту тему, что многим слышится. Кук-Лапа, Пук-Лапа, красавица и Куку. Я когда-то тоже в юном детстве, во времена детского, горит ему в аду, детского сада, ненавижу. Вот, в общем, в те времена мне тоже слышится какая-то красота, то ли и Куку, то ли я Куку. Я почему-то не решался об этом спросить, но я же сейчас спрошу. А мне опять эти, блин, взрослые какую-нибудь поганку скажут, что я глупости говорю, что я глупый. Да ну, не буду я у них ничего спрашивать. Это к фиолетовым отсылка. Чувствуете интонацию ребенка? Не была на фиолетовом. Да не буду я у них ничего спрашивать. Они опять скажут, что я глупый. Ну, ребенок в состоянии. Да видите, психологи. Вы же психолог, вы видите? Вот, сейчас. А про жидкокосые жбананы, ты помнишь? Сейчас до них дойдем. Вот. И, короче говоря, потом на Ютубе нашел ролик вот тоже про вот эту тематику. И в ролике комментарии пользователей разделились четко так на две половины. Одним людям тоже слышалось там и куку, пук-лапа, там вот одно. Таби-клапа, а другой половине, а че вы такие? Мне, я все нормально слышал, идите вы нафиг, здесь все лохи, я король. Вот вторая половина пользователей, вот такая, а че вы такие? Я все нормально слышал, идите нафиг. То есть, я думаю, что я в белом пальто стою. Я подвожу научную, так сказать, подоплеку, под эту черту. А долго будешь подводить, у меня рука устала. А ты смени ее, понимаешь, у меня тоже рука устала. У меня это другое. Смени то левой, то правой. Гитара держу, тогда гитара. Я сам могу подержать, а то выключишь. Это у тебя опыт, или у нас так и показываешь, блин. Смотрите, это коровку доить. Бабушка коровки вот так вот делала. Да, я бабушке помогал. Мне бабушка научила. Вот что алкогол-то творит, товарищи. Кто у нас выпил? Так вот, я думаю, что это такое свойство. Ну да, я понимаешь, выражаюсь не по-русски. Давайте уже говорить. Это такое свойство слуха, когда одним слышится абсолютно нормально, другим слышится вот что-то. Пур-Квапа. Это вот как, вот медики что сказали, селективность слуха, это оно или нет? А почему вот. Пур-Квапа? Я вот с детства Пур-Квапа. Помню. Почему бы нет, Пур-Квапа переводится по-французски? Переводится, нет, да. А вот да, с детства помню, в крокодиле, в детстве я читала, там было написано Пур-Квапа. Так и написано. Там В не было. Оно произносится просто быстрее. Оно быстро говорится? Ну, что ты думаешь? Там было потому что во время песен половина это значит, почему? Звуков ну, вообще да. не слышно. Они ну почему? Без па? Я не французский изучала. Мне француженка. Мне Кирилл у них был французский, сказал, что это почему бы не Пур-Квапа. А я это вот с такого детства знаю, я в крокодиле прочитала. Но я не в крокодиле, у меня он ребенок изучал французский. Я тоже думаю, что почему все так по-разному слышат? Почему там? А почему вы пьете дью не говорите? Пук-Лапа какая-то слышится. Вот почему? Но он же поет как будто ему полный рот. Еще качество записи звука тогдашних микрофонов. Ну, зашибись. И плюс динамик советский в телевизоре. Ну, вот такой звуковой тракт, конечно, там Пук-Лапа будет. А я до взрослого возраста думала, что есть слово «не расшипнем». Не расщепнем. Да. Не расщепнем. Вот видите. Не расщепнем. Но кому не остановка, да, я был уверен, кому остановка. Ну как бы, ну видимо... Не расщепнем, да. Ну как-то... Ну, в смысле, не расшипнем, да. Ну, да. Ну, а кому не остановка? Можно, кто думал, кому остановка? Кому? И обратно защипнуть, вот, да. А вот Дон Кихот, я во взрослом возрасте просто офигела. Я когда в пробке еду, я напеваю это слово «кому не остановка». А кому-то хочется уже остановку. А мне вот литература Дон Кихот казался крайне странной личностью. Можно я выключу? Крайне странную хрень. Можно я уже выключу?